14 июля воспитанники детско-юношеского центра отправятся во Всероссийский лагерь «Океан» на смену «Дети мира». При поддержке Министерства образования по Магаданской области и связям с общественностью мэрии областного центра. Благодаря поручению губернатора региона дорога полностью оплачивается за счет областного бюджета. До аэропорта в поселке Сокол дети добираются своим ходом с родителями, но далее их встречает сотрудник детско-юношеского центра, который впоследствии будет сопровождать их до окончания поездки и нести полную ответственность за их жизни. В рамках данной смены у детей будет возможность принять участие в различных спортивных мероприятиях, творческих конкурсах. Там будет фестиваль международный проходить. Также, ну, естественно, купание в бассейне, возможно, даже в море. То есть дети получили уникальную возможность отдохнуть за пределами Магаданской области. Всего в лагерь отправятся 13 ребят от 12 до 17 лет с 5 различных центров – «Чайка», «Эдельвейс», «Братина», «Продвижение», «Исток». Там дети занимаются в различных кружках, секциях и принимают участие во многих всероссийских конкурсах. Поэтому отправить в океан решили именно тех детей, у которых были наилучшие достижения и успехи. Также в этот лагерь нельзя ездить более одного раза в год, поэтому это тоже сыграло свою роль в конечном выборе. Но тем, кто не попал на эту смену, не стоит расстраиваться, потому что до конца года у детей еще появится возможность отправиться в океан, все так же за счет областного бюджета. Главное – стараться хорошо показывать себя на различных спортивных и творческих конкурсах.